Россия обложилась крылатыми ракетами. В России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности всех видов базирования. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает ТАСС. По его словам, эти группировки способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах. Герасимов отметил, что время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности удалось сократить в 1,5 раза. Этому способствовали совершенствование структуры органов управления и внедрение программно-аппаратных комплексов. Россия обладает носителями крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования. Некоторые из них, в частности ракеты семейства «Калибр» и «Х-101», неоднократно применялись в ходе российской военной операции в Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу, как сообщал ТАСС, заявлял, что подобное оружие показало высокую эффективность. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.